поздравлять, а у вас что, день рождения? Говорю, да. А молодежь там сидит, говорю, а сколько вам лет? Я говорю, блядь, ну как мне сколько лет? Говорю, Ленина живым видел. И тут, блядь, реакция такая, не может быть. На прошлом году, по-моему, или позапрошлом, по-моему, когда, значит, показали Макгрегора, вот этого борца, там еще Бекхэма, значит, и меня в кепке. То есть, ребята, равняйтесь на новый стиль, блядь. Алекс, я в шоке, ты честно не понимаешь, что происходит. Я могу сказать, кто такой Бекхэм? Послушай, стадион «Динамо», сборная Англии и Беларуси. Бекхэм разминается, я пою. Я, Луцкий, Минский, еще кто-то там был из артистов. Как вы это делаете? Это вас было... никто никогда не учил, по сути, это, да? Это было, знаешь, когда? Это было давно, но правда. Да, я видел, там Бекхэм еще когда забил гол Майкл Сандис, ваш плакат. Ребята, послушайте, ну, прошлая игра, как бы, по моментам классная, вообще по отношению хуевенькая. Мы еле-еле шевелились там, что называется. Давайте сегодня как-то так, ну, и моментами дорожить, и эту игру ускорять, и только вот когда Илья вышел, блядь, во втором тайме, стало как-то в центральной оси этот мяч отбираться. А то все мы присутствуем, а никто не идет в отбор. Ну, так же не играть. Давайте по составу. Значит, Саша тогда вылетает. Леша слева, в центре. Где будем? В центре вдвоем. Значит, и играешь правого защитника. Начинаешь. Сережа, опорного. Опорного все-таки как бы, ну, хотелось бы, чтобы, ну, в прошлой игре тоже хватало, чтобы согласись, в этой оси. Значит, играет потом справа, слева играет Леша. Справа кто у нас еще? У нас Илюха, так я уже в защите. Он в обороне пускай Илюха играет. Стал, да? Значит, Илюха, сыграешь опорного. Андрюха, Андрей, в опорной зоне. Юра, в опорной, вы вдвоем. И Илюха, писатель, блядь, от телефона. Я вас отмечаю, что да, вы отмечаю, в следующий раз вместе на корпоративе выступали. Значит, и у нас остается золотой запас только. Вот. Раз. Два и три, блядь. Да, ты выходишь, Илюха, семь минут. Да, семь, я на замену. Но имей в виду, если, блядь, он забьет, вы выйдешь. Не садись низко, Лешенька. Блядь, пожалуйста, забудь, что есть на поле судья. Тут и его судьи уже боятся с тобой играть, судить. Потому что ты их там вкладываешь так, что там такие глаза, блядь. То есть мы вдвоем под нападом одним, а Сережа один опорный. Вот и все. Справа. С хорошим движением, только не перебегать через забор. Илья, вы куда? Мужики, и давайте без выебонов. Делаем результат и все. А то, блядь, начинает рассказывать результата, нет, или чего-то. Вот сегодня состав не товарно-пассажирский, а скорый, блядь. Давайте включаем скорость и играем, блядь. И удовольствие от этого получаем. Готовы? Да. Верим, можем, переможем! Саня, блядь, пиздец, администратор, тренер, блядь, игрок. Что еще надо тут исполнить? А да, Юр! Блядь, ну подсеки. В чем секрет моего долголетия? Значит, в умении экономить свои силы.
Если стоишь, а можешь посидеть, посиди. Если сидишь, а можешь полежать, полежи. Давайте, ребята, играем, играем, все нормально будет. Сейчас объем. Андрюха, пух, пух. Выноси этот мяч, как только можешь. Хорош, Серый. Здорово, Серега. На его место, Виталий, на его место. Хорош, Серый, хорош. Юрка. Ой, хорош. Я сейчас как по командам вижу, что и как. Эта команда, ну, слабенькая. Здорово, Серый, здорово. Давайте спешим поиграть. Андрей, Андрей. Когда там принимаешь мяч или что-то, постарайся его верхом выносить. Он понимает, что у тебя решение принять или что. Выноси в одно касание со штрафной, выноси мяч в одно касание. Все. Илюха, здорово. Юра, все правильно, исполни. Все хорошо, все правильно по решению. Исполни. Почему правильно? Вратарь, да вышел. Понимаешь, он сблизился, ты пробьешь, и он может подтянуть это. А когда вратарь в 10 метров вышел, перекинул, он правильно делал все, исполнил. Все нормально, Юра, все правильно. Вот что вратарички роста не хватает. Он правильно складывается, все. Молодец, Андрюха. Юра, здорово. Ребята, играем. Играем. Сейчас вот. Андрюха, пух. Вот сейчас здорово ты стал атаковать на месте. Здорово, здорово. Ну, чуть не сломали, блин. Нету. Илюха, не молчи, блядь, в этих моментах. Скажи ему, ты второй момент и не кричишь ему. Говорить, потому что ты не сказал нету гола, блядь, понимаешь, тогда ты бы выскочил 1-0. А вы все молчите, как рыба об лёд. Разговаривайте с собой. Я не видел, я думал, что не настоял. Я приспинал тебя. Знаешь, как мне этот сам Туханович объяснил, когда... О! Ёпта! Классный момент. Хороший рок! Подошли сюда! Говорит, когда приходит бенд любителей, они играют и вроде не громко. Она ту же вещь играет. Профессионалы, у них каждый ударчик, чик, чик, все вместе. И говорит, блядь, кажется, аппаратура подняли. Блядь, сбрасывает, блядь, опять в одной вот подъедет. Зачем? Потому что я не точно сыграл, что ли? Нет, сворачивай, не в этом смысл. Игру внизу, мы внизу. Одна общая проблема. У нас, у большинства, особенно линии обороны, у вас перед приемом нет адресата. Вы принимаете его такие бешеные глаза, блядь, куда мне отдавать. И потом начинаете куда-то туда, туда. Как я всегда говорю, какой лучший пас? Своему, не длинным, а своему. Ну, перед тем, как отдать короткий пас, один стоит, второй стоит, вы примите решение. Что мне с этим мячом делать? Я уже Андрею Пуховому говорю, я другим, двум центральным защитникам. Панкову, Сереж, говорю, вы перед тем, не смотрите на этот мяч. Я всегда говорю, он круглый, все время, во, мяч там, все время так, мяч там, все время так. Вы должны мониторить поле, а вы мониторите мяч, который, блядь, круглый. Чего его мониторить?
И вот когда у вас получается пас, 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 все, не через это, мелкий, а вот такие промежуточные пасы между линиями. То есть нападающий, полузащита, полузащита, защита. У вас все стелится. Все у вас стелится. И еще, подсказывайте друг другу. Илюха, где ты, блядь? Такое чувство, что здесь команда глухонемых. Ну скажи, блядь, ну. Илья, иди ты нахуй с этим мячом. Ну, все. Я, бля, не видел. Почему Сергей Шпанков бежит сзади, который вырывается с центрального с 16 метров, и он должен с ними играть. Мяч на краю, поверни, вот мяч на краю, повернитесь так, вот ворота, я вижу, где игрок. Я вижу, кто врывается, мяч там, этот врывается сюда, я все, перестраиваюсь на его, все. А мы все к мячу. А давайте полузащитники будем ловить этих тех, кто врывается. Это очень сложно. Кто полузащитники, ловить этих врывающихся. У вас никого нету. Вы два центральных, у вас ни одного человека нету, а атакующего ловит опорник. Пошли. Наш мяч, ребята, развод. Вам за штангу надо развод. Хочет получить мяч туда, наоборот. Уходи сюда и ныряй в этот коридор. Лёша, Серёжа, поменяйся с Лёшей. Лёша лучше бежит, иди сюда, во. Лёшенька, иди сюда. Вот здесь, закрой зону и всё. Дальняя, Илья, смотри до конца. Лёшенька, дальняя, доработай до конца. Нормально. Как называется? Нет, это все правильно, но это пас дается не на левшуна. Да, этот пас дается на правшуна, потому что левой ногой он не сможет ее, он ковырнет. Да. Вот с этой стороны, если ты, это да. Андрей, не лезь никуда! Андрей, атака здесь, а ты там впереди, почему с этой стороны ловить? Ты же не подключишься никогда, куда ты лезешь? Ой-ой-ой-ой, прошло. Дай пас, поперек! Ой, блин! Да успокойся, Леша, ёптам, я что, не вижу, что ли, пришел человек? Давай ты сейчас всех поменяем. Что есть замен? Нет замен, Лёх. Сядь здесь и иди тренируй, ёптам. Так замен-то нет. Сейчас еще поменяем. Вот 5 минут проделаем, Андрея поменяем. Там есть проблема, я вижу. Сработаешь правого защитника, хорошо? Все мастера, нахуй не попасть. Илья, два касания работай! Илья! Два, принимай мяч, куда ты торопишься? Такой дебильный. Это хорошо, да, сейчас повезло. Вот такой толстый был. А так бы, блядь, он проткнул бы пенальти, понимаешь? Андрюха, внимательнейшим образом, Лешенька, внимательнейшим, не растягивайтесь между собой, посмотрите все время за спиной, чтобы не было. Играй. Оба! Это уже сбили. Красная. Атаку сбили. Тут удар, блядь, был удар, слышал, у меня чуть кепка не слетела. Он говорит, что было? Стоит человек, покати, за счет него, Я могу не выбивать. Лешенька, нормально? Живой? Нуржан. Отойди, нам не надо атаковать, сработай сзади на ноль. Слышь, даже не то, что любитель, профессионал. Я в 77-м мы играли на кубок в Сочах, блядь. Я закопал человека под дерн, блядь. И судил Илюшка Литовик, блядь. Он пенальти поставил, я говорю, ты что, сука, делаешь? Ты нас...? А потом я как посмотрел, так меня надо было на игр 5, блядь, закопать. А я тогда, блядь, спорил, что я сделал. О!
голову убрали. Чуть-чуть голову убрали и все. Все, 4-2. Но... Сережка, Жванков, Сереженька. В центре ровно. В центре ровно, не носись, чтобы было промежуточное звено. Получил, отдал, получил, отдал. Когда нету никого в центре, тогда начинаются проблемы. Здорово. Дай, дай ему, дай! Сам Илья, разберись. Пробивай, вратарник какой. Ой, здорово. Опа! Наконец-то! Нет, слышь, Андрей, наконец-то ворота увидел, куда бьет. Илья, молодец! Илюшек, браво! Илья, ты хоть ворота видел? Пас давал. Хорош, мы тебя запишем, Саня, в ассистент. Это сколько уже? 5, да? 5-2. Сам, сам, сам! Дай дальнюю, дай дальнюю! Да не надо. Молодец! Что это было? Нет, я его давно не пользовался. Я не помню, где он открыл. Благодарим Мариечку. Мальчики, между прочим, спасибо. Ребята, давайте на вторник как-то так соберемся, потому что, ну, не важно, я хоть живу под крестом, я там приеду. Не совсем обычная просьба. Кто сможет забрать форму, постирать? Я просто сейчас сразу на Витебск, потом приезжаю из Витебска сразу на игру. Пускай она же ближе. Я мне форму складываю, он и забирает, и стирает. Он пиздец, забирает, деньги плачу, блядь. Форму ношу. Вот тренер попался вам. Слышь, ты бомбардир, давай форму скидывай, я буду ждать сейчас, ребята. Два гола забил, он сам уже у него же своя. Рассказывай. Будешь стирать сам? Да. Отлично. И он что, можете ко мне домой приехать постирать? Могу. И он их все, мужики, все тогда.